Вот как, оказывается, выглядят молочные берега. В Латвии прошла регата на лодках из молочных упаковок. Участники соревнований построили себе грандиозные лодки из пустых пакетов. Кстати, литровый молочный пакет удерживает на воде 700 граммов веса. Гениальная идея плюс немного усилий и команда. Эта формула обеспечивает абсолютную победу в регате, которая ежегодно проходит на реке Лелупе. Впервые ее провели 13 лет назад в рамках фестиваля «Молока, хлеба и меда». Тогда участники было только 10 команд первопроходцев, и сегодня их в разы больше. Каждая команда получает от организаторов по 1000 пустых молочных пакетов на строительство лодки. Для небольшого плота этого вполне достаточно, но опытные участники строят настоящие корабли, а иногда автомобили, ракеты и даже плавучие острова. Правда, для этого они копят пакеты в течение всего года.